А прямо сейчас мы начнем к встрече гостя нашего эфира. Итак, Владимирский академический театр драмы снова готовит премьеру. Пятый спектакль в копилке этого режиссера. Итак, у нас в студии Линас Зайкаускас. Добрый вечер. Добрый вечер. Пятая работа. Да, во Владимире пятая работа. Хорошая цифра, да? Пятилетка, да, режиссерская? Это да, это да. Я уже шучу, что Владимир мой второй родной город. Uh-huh. Все-таки редко бывает, чтобы в одном городе поставить аж пять спектаклей. Ну, так что я уже и город полюбил, и труппу uh-huh. полюбил, и надеюсь, может быть, на цифре пять и не закончится uh-huh. все это. А я знаю, что труппа уже прикипела к вам. Вот только буквально совсем недавно мы разговаривали с Любовью Гордеевой, и она говорит, что действительно так, мы очень любим Линца. А вот вы-то любите нашу труппу? Я люблю да? Владимирских актеров. Я очень горд, что они у меня играют. И вот сейчас мы увидим в главной роли Наталью Демидову, одну из самых ведущих сейчас актрис этого театра. Увидим и Любу Гордееву, uh-huh. увидим и Сашу Оладышева, и Анну Лузгину. Но больше всего мне как-то приятно, что я могу считаться крестным отцом, наверное. И она, наверное, очень-очень в перспективе зазвездит в этом театре, извините за это выражение шутливое, Ксения Ильина. Вот она сейчас с Наташей Демидовой в дубле играют главную роль Груше Вахнадзе в спектакле «Кавказский меловой круг». И знаете, это актриса, которой уже скоро 30, она была как-то не открыта, сейчас так красиво открывается, и я очень желаю ей большого-большого хорошего будущего. Также думаю, что неожиданным для владимирской публики будет Григорий Шуенков. Ну и еще некоторые молодые актеры, наверное, хорошо и красиво себя проявят. Так, как и уже опытные актеры, там, Богдан Тартаковский и другие. Очень жалко, что вот несчастье произошло, упал и ребра сломал Леша Куликов, который я хотел бы, чтобы сыграл две или, может быть, даже три роли в этом спектакле. Но что поделаешь, вот так случилось, и поэтому вот Шуенков Григорий как раз вместо Лёши Куликова здесь появится и проявится, и я надеюсь, создаст очень интересный новый персонаж. Как вы считаете, раскрывать актера – это тоже одна из задач режиссера, не просто поставить спектакль? Наверное, такой задачи конкретной нет. Режиссер-постановщик, он не обязательно должен быть режиссер-педагог. Но когда такое происходит, это очень радует. Ну, это вот вы сейчас как радует. Раз привели да, пример, да? да? Это я просто рад. Быть крестным отцом все-таки приятно. Знаю, что в вашем режиссерском багаже «Кавказский меловой круг» уже был. Да, и это одна из самых резонансных постановок в Киеве. Как да, пишут источники. Да, это было много лет тому назад, наверное, где-то 10 лет тому назад. Я точно уже не помню года, которым поставил в Киеве этот спектакль. Но действительно, тогда весь Киев, и не только Киев, ехал в театр имени Ивана Франко посмотреть этот спектакль. Весь киевский театральный бомон там был. И как-то все лестно отзывались. Мне было тоже приятно. Вот скажите, а киевский меловой круг и владимирский, они разные? Не во всем, но разные. Потому что, честно скажу, что сделать идентично такой же спектакль очень-очень тяжело. Поэтому уже само собой, что другие люди играют, он уже разный. Но тут и сценография немножко уже другая, и мое видение уже немножко другое. И я придумал новых каких-то вещей, которых не было, как сейчас называют, фишки, да? Которых не было в киевской постановке. Так что думаю, что по сути этот спектакль владимирский должен быть, ну, может быть, не намного, но действительно интереснее, чем киевский. А и актеры сыграют, мне кажется, хоть киевский национальный театр, и там как бы
все главные актеры страны находятся. Но ваши владимирские ребята тоже так лицом в грязь не упадут. Скажите, вот с одной стороны, Брехт пишет о том, что случилось в Грузии, да? Сам, понятно, от Грузии он тоже очень далек. Вы, может быть, ближе к Брехту, чем, да, чем мы, да, одновременно к вам в Европе. Вот скажите, создавая работу вот на таких ярких, интересных, национальных характеристиках, сложно, когда ты вообще не грузин? Мне не сложно. Во-первых, я Грузию очень неплохо знаю. Я там поставил три спектакля в Грузии. Много у меня друзей, я там бывал. Даже больше раз, нежели ставил спектакли, отдыхал в Грузии и так далее, и так далее. Грузию знаю, ну, скорее всего, может быть, только в Кутаиси из больших городов не было. Так уже везде побывал. Так что и черты характера людей этой страны мне как-то уже близки, я их знаю. И то, что мы сейчас, утрируя немножко и немножко, может быть, смеясь, так в хорошем смысле этого слова, показываем таких грузин, джигитов, это, мне кажется, будет такая красивая краска, комическая краска в этом спектакле. Но, тем не менее, жанр Брехт обозначил как притча. Я думаю, что тут, скорее всего, драма или трагикомедия, а мы называем это музыкальной драмой, потому что спектакль будет очень музыкальный, будет живой оркестрик на сцене, и музыка будет постоянно звучать. Правда, не будет зонгов брехтовских, но я думаю, что очень правильно, что жанр мы назвали музыкальной драмой. Вот так. Но, тем не менее, там будет такой комедийный, иронический взгляд, да? Все там перемешано. Там и большая, великая древнегреческая трагедия, и площадной театр, такой немецко-средневековый площадной театр. Вот как-то все перемешано, все соединено в одно, и поэтому будет много мест, где публика будет хохотать и аплодировать, а будет несколько мест, где действительно зрительницы, а может быть и зрители, какую-то скупую слезу и утрет со своих глаз, утрут со своих глаз. Так что я думаю, понимаете, что люди в театре любят не только смеяться. Люди, особенно женщины, любят и поплакать. А женщина – это главный, как я шучу, потребитель искусства. Но, тем не менее, в основном мужчины-режиссеры. Вот так они творят. Ну, так бывает, что главным образом в хороших ресторанах повара мужчины. Но обычно в семье готовит женщина. Так что женщина действительно приводит мужчину с собой в театр, на выставки, в концерты. Мы все-таки создаем главным образом, искусство главным образом создается для женщины, поэтому 99,9 всех произведений искусства – это про любовь. Кавказский меловой круг. Это про любовь. Это про любовь. Да? Это про любовь и мужчины к женщине, и про материнство. Особенный акцент, конечно, ставится про жертвенную любовь женщины к ребенку. И когда возникает вопрос, кто настоящая мать, та, которая принесла в жертву себя, не будучи биологической матерью, или та биологическая мать, которая бросила ребенка. Вот такие вопросы ставятся, и как в древнегреческом театре Брехт просит у зрителя быть судьей. Хотя будет суд на сцене и будет судья на сцене, но зритель все равно принимает такую роль судьи, за кого он. Вот что красиво всегда у Брехта, что у него всегда добро побеждает. Happy end.
Это радует. Скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний момент на каком этапе готов спектакль? Я очень благодарен директору театра Борису Гунину, который очень так внимательно всегда, вот сколько я, вот пятый спектакль ставлю, и он очень внимательно следит не за репетициями, а за технической частью. Хотя и за репетициями следит так, как должен следить хороший директор. И всегда в этом театре я был спокоен, что все с технической стороны будет хорошо. Хотя сейчас для театра очень сложные времена, театр сгорел, и мы будем показывать спектакли в ДК Арт-Холл, и там нету времени, по сути дела, и нету возможности иметь много репетиций, мы там приедем на 5 дней и должны за 5 дней все сделать, а все остальное отрепетировать у себя в театре. Но я надеюсь, вот что с помощью Бориса Григорьевича Гунина все будет хорошо, и мы выпустим достойный, хороший спектакль. Скажите, а какие вкладываете символы в сам меловой круг? Это старинная притча, еще библейская притча царя Соломона, который вот именно... также решил проблему, кто есть настоящая мать. Та, которая родила, или та, которая воспитала и пожертвовала собой. Так что этот символ, конечно, очень, очень важный. И он будет везде, во всех афишах, программках и так далее, и так далее, спектакль. Получается, что пьеса актуальна и по сегодняшний день. Да, конечно. Хорошая пьеса, когда она считается хорошей? Когда время на нее не действует, когда она актуальна во все времена. А так как человек меняется мало, эта цивилизация идет вперед. А чувства человеческие, они как были 1000 лет тому назад, 2000 лет тому назад, такие остаются и сегодня. Любовь, ревность, ненависть, обожание и так далее, все эти чувства всегда были нам близки и всегда были нам актуальны. Расскажите про команду единомышленников, которые вместе с вами трудятся над новой постановкой. Это моя супруга, с которой я поставил уже, наверное, около 80 спектаклей, Маргарита Мисюкова. Прекрасная и актриса, и хореограф. Вот этот театр должен гордиться, что имеет в своих рядах такую прекрасную женщину, Анна Кукушкина. Как я называю ее, она у меня и правая рука, и правая нога, и вообще вся правая часть моего тела. Очень сильно мне она помогает, помогла, и очень рад, что вот жизнь, хотя, как оказалось, пятый спектакль, я должен был всех знать, а вот Анну Кукушкину до этого как-то не встречал. И вот сейчас мне Борис Григорьевич и судьба подарила вот такой подарок, такую прекрасную специалистку, профессионала, хореографа. Я давно с таким прекрасным хореографом не работал, который тебя чувствует, но даже не с полслова. Просто посмотрел, и она говорит: «Да, уже поняла». А что касается музыкального оформления, Брехт, он специфический, и тут в афише я вижу, что музыкальное оформление – это Лина Зайкаускас. Да, я понабирал разные мелодии, там и грузинские национальные мелодии звучат, и знаменитая песня «Сулико» звучит, и молдавские, правда, тоже мелодии звучат, но разные мелодии с разных стран, народные мелодии, чуть-чуть переработанные, будет звучать в этом спектакле, исполненные живым оркестриком. Почему сегодня стоит прийти на постановку? Почему стоит, я на этот вопрос никогда не могу ответить. Ну вот зрители нас спрашивают. Вот пришел к нам знаменитый режиссер, приехал во Владимир. Почему нужно прийти? Вот как бы вы коротко сформулировали эту фразу? Ну, если уже знаменитый режиссер, да, значит, он поставит неплохой спектакль. А на неплохой спектакль прийти нужно. Убедительно. Ну что ж, все, друзья, мы даем занавес, по крайней мере, у нас антракт. Да, мы готовы встречать следующего гостя. Напоминаю, что у нас в студии была Линас Зайкаускас, который готов
готовит очередной театральный эксперимент на сцене Владимирского академического театра драмы. Спасибо огромное и удачи. Спасибо вам, удачи вам тоже.